Всем привет, дорогие друзья! У нас новый день, новый влог. Сейчас покажу, какую мебель мы пока сюда поставили, но еще не до конца. И муж отдыхает сегодня. Ну как отдыхает? Там у него брат приехал со своей женой. И они на улице гуляют. Сейчас там то ли шашлыки, то ли что жарить собираются, не знаю. Я не иду туда. Сейчас хочу провести, наверное, прямой эфир. Кушать готовлю, да прямой эфир провести. Сейчас, короче говоря, покажу, что у нас в комнате получилось. Кать, скажи всем привет. Тут Ильюша приехал с сумкой. Вот койка, извините. Тут дети, потому что скачут. Ну вот что получилось. Тут у нас мы вставим детскую кровать для Вани. Потом вот, считайте, двухъярусная койка. И вот такие вот решила я два шкафа. Этот шкаф для одежды. Ой, плохо открывается будет самое то. И вот сюда вот можно детям школьные учебники что-то... Придумаем, короче, куда что поставить, что положить. Ну, вот так вот. И там угол будет свободен, потому что тут мы нынче заметили, что немножко стали темнеть обои. Поэтому мы решили, что этот угол будет свободен. Ну, вот так вот. И вот компьютерный стол. Все. Стул старый. Ну, вот так вот в целом. Напишите, как вам? Койка, конечно, старая. Но вот эти наклейки сейчас мы с детьми отмоем, оттерем, отдерем, уберем их. Тут что-нибудь придумаем, какую-нибудь красивую можно. Или вышивки сюда можно приделать. Вот этот угол мне не нравится. Но я его как-нибудь заделаю аккуратненько. А так, в принципе, вот так вот у нас все, что получилось. Напишите, как вам. Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас... Утро воскресенье. Мы с Оксаной делаем уроки. Сейчас вот по чтению уже доделаем. Многие спрашивали, какой у нее почерк. Вот она как пишет. В узкой тетрадке она лучше пишет, чем в такой, в обычной. В широкую линейку. Ей тяжело писать. Но у нас учителя... Вот я знаю, что у меня знакомая перешла в первую школу. Там они пишут в узкой тетради по всем предметам. А в нашей школе почему-то не разрешают. Хотя у нее в узкой тетради почерк намного лучше, чем в широкой. Вот у нее оценочки. 4, 3, 5. Это тетрадь по чтению. Что ей сейчас вот будет делать домашнее. Мы всегда с Оксаной как делаем домашнее задание. У нас дома есть вот такие вот тетрадочки. Это так называемые черновички, где мы делаем все домашние с ней задания. Видите, вот такие вот тетрадочки. Обязательно, прежде чем в чистовик писать, мы сначала с ней делаем на черновики, а потом она переписывает уже в чистовик. Это всегда почему-то вот... Я всегда так ее заставляю, и вот так вот мы делаем. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня и хорошего настроения. Дорогие друзья, у нас для Оксаны что надо? Газету. Да, и у нас газета только есть вот такая вот. И вот здесь вот, если присмотреться, как думаете, кто это? Это наша семья. Когда-то мы участвовали в многодетных семей, и вот здесь вот нас награждали. Это я тут стою. Ильюшка, Катеринка, Машенька, Оксаночка, Егорка, Светланка. Так. Папа и Марина. Да, у нас тогда Марина маленькая. А тебя не было, ты еще маленький был. Тебя вообще еще не было. И вот мы выступали тогда здесь. Эх, воспоминания. Еще одна семья. Кальбифляешь. Так вот же Марина. Нет, это Оксана. Это Оксана. Маша, Оксана, Егор, Света. И вот здесь вот видите такая газета. Судницыны, Васюковы. Это было. И вот сейчас эту страницу сохраню, а остальное Оксане там. Потому что это память. Наша память, да. Папа, вон папа держит Марину маленькую. Маленькую-маленькую Марину держит. Вот такие вот дела. Катя решила погоду испортить. Да, Катя? Прибирается. У нас вечер. Мы уже пришли с бани и решили поперебирать носки. Сняли с веревки и поперебирать. Тут вот Оксаночка сидит с рыми волосами. Куча-куча носков, которые мы разлаживаем. Ванюша тут сел тоже помогать. Маша еще принесла кучу носков, которые мы настирали. Видите?
Это нормально для нашей семьи. Мы всегда вот так помногу стираем и потом перебираем. Садимся все вместе и перебираем. Напишите, как вы делаете. Ну, у нас вот так вот. Если нравится, то ставьте лайки и напишите обязательно комментарии. Дорогие друзья, у нас вечер. Мы пришли уже с бани. Перебрали с детками уже кучу-кучу носков. Целый ящик, да, Машенька, мы набрали? И сейчас ребята парные носки убирают по ящикам. Ванечка вам всем привет машет. Да, Ванюша? Сейчас волосы высохнут и будем спать ложиться. А пока я села поесть кашу рисовую сварила, молочную на молоке. Вот как-то так покажу. Там вам на столе наложено, кушайте. Вот так. Ой, ладно, сейчас все покушаем и спать. Вот такой вот был день. Всем говорим пока-пока. Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас время 9, около 10 часов, короче говоря. Я иду на автобус без 15:10. Мне надо в город по делам. Дети пока еще дома, вторая смена, муж их отправит. А я поехала по делам. У нас погода, видите, как моросит, дожди идут. Причем очень сильно. Ладно, всем хорошего дня. Пишите, какая у вас погода. Это кто тут пришел маме мешать? А? Ой, господи. Прибираемся, да, Ваня? Заправили койки, но сейчас этот плед еще уберу. Сейчас пойдем убирать вот этот Ванин бардак, который Ваня тут натворил. Игрушки все раскидал. Пойдешь игрушки собирать? Один? Нет, все вместе сейчас будем собирать игрушки. Иди. Давай бегом с Мариной, идите, собирайте игрушки, а мама пока здесь дальше пропылесосит, все уберет хорошо. Марина встает и помогает тоже прибираться. Все, пока не прибирается, я дальше все убираю. Ну, а вот эту вот все здесь, видите, накидали, поубирать. Все, ребят, мы поприбирались, да? Наше утро вот такое.
Да, Ваня, Ваня такой счастливый сидит. Там Вася счастливая сидит. Да, Василиска? Василиска. Бешеная. Смотрите, смотрите. Бешеная, да, наша Василиска. Ой! Вот так вот она любит придуряться. Дома очень жарко, да, Васька? Ваське прям по кайфу. Ой, что делает? Вот что вытворяет, а вот что вытворяет. Ой, тихо, господи, тебе зимой. Мы еще в доме разбирать мешки. Ой, так вот. Ты зачем меня кусаешь? Я тебе что плохого сделала, ты козюлина? Охотница ты моя. Охотница ты моя. Спряталась. Все, койки прибрали. Все чистенько. Да? Вы наелись, все сыты, довольны. Чай надо сделать. На, магазин за молоком идти. Папу сейчас в магазин за молоком отправим, да, Ваня? А потом будем прибрать. Сейчас упадешь. Потом уже будем носки перебирать. Носки опять перебирать ты хочешь? Погода у нас сегодня хорошая, ребята. Я даже рада. У меня там белье висит, сохнет. Погода сегодня вообще хорошая, прям на улице. Я окно открыла проветрить у себя. Вот здесь вот в комнате открыла. И на кухне открыла окно, чтобы проветрилось. Шторочки здесь. Все. Так что вот такие вот дела. Пишите, какая у вас погода. У нас вообще супер. У нас сегодня очень жарко было. У меня аж волосы вон все спотели. Ночью. Вчера сильно натопили, поэтому вот так вот. Сейчас я переоденусь и будем с мужем хотим сегодня небольшую такую перестановочку на кухне сделать. Об этом я вам покажу чуть позже. Ну, а вы оставайтесь с нами. Всем хорошего дня.